Знаете ли вы, что, придя к врачу с жалобами на сердце, вы можете получить направление гастроэнтерологу, чтобы проверить желудок? И вовсе не из-за некомпетентности врача, и не из-за того, что, подбираясь к сердцу, доктор считает необходимым сначала проверить состояние пищеварительной системы, а потому что мы сказали «сюталахэппахакс». Можно было бы сказать «сютавалуттап». Но это не совсем то, о чем нам хотелось рассказать. Ну, не то чтобы сердце болит, а как бы время от времени барахлит, пошаливает, дает о себе знать в моменты волнений и переживаний. Вот мы и выбираем нерасслышанные выражения и невольно попадаем в ловушку, где смысл полностью расходится с тем, что мы хотели сказать. «Сюталахэппахакс» на эстонском означает «меня тошнит». Естественно, врач хочет установить причину нашего недомогания и отсылает к узкому специалисту. Выражение «сюталахэппахакс» используется не только при жалобах врачу на тошноту. Если вам не нравится фильм, книга, спектакль, картина, чье-то поведение, то и тут вполне уместно сказать «сюталахэппахакс». То есть это поведение или этот фильм вызывает у меня отвращение. Аккуратно обращайтесь с этой идиомой, чтобы вас не затошнило от бесконечной цепи разных недоразумений. Обращаясь же к врачу, уместно сказать «сюталахэппахакс». А еще лучше, если сердце не беспокоит.